Всем привет! С вами SafePro, и сегодня, друзья, я вам покажу мод на супергероев для Майнкрафта Pocket Edition. Собственно, после установки данного мода в вашем мире Майнкрафта появятся настоящие костюмы супергероев, которые вы сможете одеть и почувствовать себя настоящим героем Майнкрафта. Что ж, друзья, мод и вправду классный, и он довольно хорошо проработан. Что ж, давайте посмотрим. Во-первых, сегодня я отобрал 3 классных костюма, но остальные костюмы вы сможете посмотреть сами. И находятся, кстати, они вот в этом разделе. И, как видите, очень-очень много. Что же, во-первых, мы сегодня вместе с вами посмотрим костюм Халка, а также его суперспособность. Что ж, друзья, костюм выглядит вот так. Довольно страшно и очень хорошо проработан. Данный костюм дает нам 6 эффектов. Это довольно неплохо. Также его рука дает отталкивание. Давайте посмотрим, вот что мы можем сделать с помощью его руки. И, друзья, также скорость передвижения с помощью данного костюма намного-намного раз увеличивается. Ну, довольно прикольно и необычно, друзья. Поэтому, если вы хотите разнообразить вашу игру в Майнкрафте, то обязательно скачивайте данный мод. Что ж, переходим к следующему костюму. Это костюм Капитана Америки. Довольно популярный герой среди супергероев, друзья. И давайте посмотрим. Вот так он у нас выглядит. Есть маленькие баги с текстурками, то есть с текстурками руки, но ничего страшного. А его щит нам дает, друзья. Давайте посмотрим, что он дает. Хотя толком я еще не понял. Ну, вроде как бы эффект дает защиту. Ну да, друзья, что-то типа того. Хотя щит вернулся. Ладно, собственно, друзья, давайте переходить к следующему и последнему на сегодня костюму. Это у нас будет костюм Человека-паука. Тоже довольно популярная тема. Так, убираем этот костюм и забираем костюм Человека-паука. Что ж, надеюсь, паучок, ты готов? Точнее, надеюсь, вы готовы стать Человеком-пауком. Так, друзья, одеваем костюм, и вот такая текстурочка у нашего костюмчика. Также я где-то забыл его оружие. Вот, друзья, собственно, с помощью данной штучки мы сможем делать паутину, то есть раскидывать паутину. Вот, как видите, довольно классно и необычно придуман данный мод. Что ж, можем пустить даже ее в высоту, хотя я не знаю, вернется ли данная стрела. Давайте посмотрим. Нет, друзья, к сожалению, данная стрела... вернется. ошибаюсь. Собственно, данный костюм дает нам всего лишь 3 эффекта. Но, друзья, с помощью данной штуки вы сможете разбрасывать паутину и замедлять движение противника, что довольно классно, и это большое преимущество среди других игроков. Поэтому, друзья, и вправду, если вы хотите разнообразить вашу игру в Майнкрафте, скачивайте данный мод. И, кстати, костюм Человека-паука очень быстрый. Что мы можем делать, друзья? Я этого даже, к сожалению, не заметил. Мы можем лазить по стенам. Так, нет, друзья, а как же я залез-то? Довольно странно. Действует этот... Нет, мы можем лазить по стенам, но для этого нужно задерживать джамп. Собственно, да, выглядит довольно странно, но все же... Вот, друзья, нужно задерживать просто кнопку Jump. Выглядит все довольно классно. Собственно, друзья, мод будет в описании. Скачивайте, устанавливайте, кстати, Paul Launcher. Надеюсь, уже он у многих установлен. После чего спокойно играйте с этим модом и развлекайтесь по полному. Что ж, надеюсь, данный обзор, такой маленький мини-обзор, вам понравился. Если понравился, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал.